О возобновлении работы в ЯАУ Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» говорили сегодня на Авторадио. В нашей области деятельность этой всемирно известной организации прервалась несколько лет назад. Теперь же новый председатель регионального отделения Ольга Михна, запуская рестарт, напомнила, что вот уже полтора века «Красный Крест» помогает наиболее уязвимым категориям населения пережить военные, стихийные, жизненные бедствия и катастрофы. И также оказание содействия органам государственной власти и местного самоуправления в гуманитарной сфере. При поддержке правительства области уже подыскали помещения, наладили сотрудничество с социальными и образовательными учреждениями, провели первые акции против ВИЧ и туберкулеза, а на предстоящей неделе запускают первую образовательную программу. Будем обучать волонтеров, ну и актив свой, навыкам первой помощи. К нам приедет тренер из Москвы, из Красного Креста, будет нас обучать. Неделю мы будем учиться. После того, как мы отучимся, получим соответствующее удостоверение. И начиная с сентября по декабрь будем обучать школьников, студентов, работников в трудовых коллективах. Поставлена нам планка 1100 человек для нашего региона. Мы должны будем обучить навыкам первой помощи. Ну и в декабре, в конце года, мы проведем чемпионат по первой помощи. Активисты Красного Креста сейчас также займутся формированием гуманитарного склада вещей, предметов быта и продуктов, которые могут экстренно пригодиться пострадавшим от каких-либо несчастий. Ольга Михна пригласила неравнодушных и бескорыстных людей в сподвижники для решения благородных задач помощи людям. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, новости 21.